Гигантскую опухоль головного мозга удалили нейрохирурги Республиканской клинической больницы. В больницу поступила пациентка со злокачественным новообразованием площадью 56 сантиметров. До таких размеров оно выросло буквально за несколько месяцев. Женщину мучили головные боли. Нейрохирурги с высокой точностью удалили опухоль, сохранив при этом жизненно важные сосуды и избежав большой кровопотери. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и восстанавливается после операции. При осмотре было обнаружено объемное образование очень крупных размеров. Это гигантская опухоль. Мы в своей практике очень редко видим такие случаи, когда вот таких вот размеров образование головы. Подобную операцию, по крайней мере, на своей практике мы впервые выполняем. При обследовании по данным МРТ и МСКТ-ангиографии было видно, что опухоль кровоснабжает много таких крупных сосудов, и, конечно, во время операции была вероятность того, что будет большая кровопотеря. Вот. Помимо всего этого, опухоль была проращена с синусом, верхним сагитальным синусом, так называемый, это, значит, сосуд, крайне важный в головном мозге. Но во время операции удалось сохранить и синус, удалось сохранить такие крупные сосуды.